Всем привет, с вами Олегыч, вы на канале Олегыч Геймс, и это стримчик по игрушке Паладин. И я не один, конечно же. Кто там со мной? Представьтесь, пожалуйста. Молчание, знак согласия. Так, это Данила, значит, по кличке Кустик. Так, там еще Дима должен быть, но пока что он не отзывается. Так, что это такое здесь у меня? Ага, все есть. Так. Надо бы что-то в чат написать. Какое именно? В этот вот. Потвичу, проверить, или у меня чат работает. Надо что-то. Писани ты что-нибудь, я сейчас писану. На всякий случай, чтобы я, знаешь... Мне надо искать, через чего зайти в Twitch. Да, есть. Все, можешь, в принципе, это не делать, потому что я вижу, что чат работает. Все нормально. Так, все тогда. Значит, сейчас тебя добавлю. Хоть слышно тебя уже нормально, слава богу. Ну, наушники вроде не менял. Ну, вчера просто голяк был какой-то полный. Ну, интернет, видать. Угу. Через стены плохо ловит. А, у тебя Wi-Fi, понятно. Так, лорд, работает. Все, спасибо. Это, по-моему, босс под новым никнеймом. Димы не вижу, он как бы есть в Дискорде, но, видно, отошел, я так предполагаю. Никита, если он захочет здесь, обновить, то тоже. Сидит. Ну, может, он просто зашел, знаешь, да и пошел по делам, потому что он знает, что по субботам паладины. Ну, давай я пока запускаю бой. Там уже все подтянутся потихонечку. Ну, сейчас готовься к жести. А сейчас чё? Будем долго проигрывать. А с чего ты взял? Бо ты 4-й, я 44-й? 45-й. Ты. А, уже 40... О, боже, я прям в шоке. Так, я не думаю, что из-за этого... Ты же играешь как для своего уровня, так чё нам проигрывать? Ну, в принципе... Месяц не играл. Ты да. Вот раз в неделю, а я месяц. Ну давай сейчас двух снайпер берем. Будем хреначить. Тактика победителя. Не, ну реально, можно все отстреливать, что приближается. Я могу исчезнуть, ты телепортнешься, ты пусть все фланги бегают. Как вариант, можно так попробовать для интереса хотя бы. Представляю лицо флангера, в которого смотрит два снайпера. Да ты что, мы с залпа убиваем. Обычную такую цель. Ну, это да. Ой, боже, быстрее бы набрать 12,5 косарей, куплю себе Лиану и буду нагибать. Опять. Там Лиана прям не такая нагибучая, что ты взял. Не знаю, как взял. Наверное, с хатки 4-й нагибать на ней начал. Ну, она что там, ну, стреляет, ну, делает рывок, есть ульта это такая, ну... У нее все выстрелы идут в цель. Ну, если ты прицел ставишь на врага. Если ты просто стреляешь хер знает куда, то ты не попадешь, как и любой другой здесь страж в таком духе играет. Нет, с легендаркой и картами как минимум два скилла у нее, и она сами стрелять будет в цель. А, это имеешь в виду это. Но мне, например, больше нравится этот лекарь последний, как там его звать, не помню. Ну, он вообще офигенный. Он и лечит классно, и стреляет неплохо, и ульта у него, если попал, там дикая... Меня он... Она вроде сквозь стены проходит. Да, ты стал где-то в жопе и стрельнул на респ, и там кто-то умер, блядь. Ну... Вышел с базы, выстрелил в... Да, реально. Если там замес, они могут не успеть даже в сторону уйти. Знаешь, когда дерешься, бьешься, смотришь, тут такой какой-то луч, и все, и тебя уже нету. Ну, да. Так, самый первый прилетел, лорд пишет. Ну, да, можно сказать, что самый первый. Не надо, я ждал еще, как только он начался, я... Зашел в Дискорд, ждал, что я самый первый. Я даже сегодня чуть припоздал. Я пока пришел, пока помылся, поел. Блин, стрю, уже начало 5-го. Хотел 4 начать ровно. Так, что против нас там? Третий уровень, 4-й, 2-й. Вроде не так все плачевно. 10-й. Ну, 10-й и 1. У нас тоже вон 5-й есть. Но 5-й это не 10-й. Ничего, сейчас Димыч появится, он, блин, на Федьке рвет просто жопа. Он очень живучий на Федьке. Только хочу прикол, кто из нас хила брать будет, я не буду. Я буду этого Джена собрать, я на нем офигенно в паре с этим Федей играю. Хилю и стреляю, кто к нему подходит. Поднял кого-то. С Викинесом брать.
Ну, давай. Так больше ничего нету. А у тебя что, только одна она открыта, получается? А и она даже не открыта у меня. Бесплатная ротация какая-то. То есть я ее могу использовать, но ее надо покупать за 70. А больше никого? Кэсси, Виктор, Пип А, это и все. как в начале, получается, бы ты новый создал аккаунт. Я не лорд, а босс. Я в Нет, курсе, что раньше ты еще босс. Дрогос был открыт. Дрогос и А, Кинеза было да, открыто. А они... сейчас они закрыты и стоят. Ой-ой-ой. Ну, видишь, может, я разблокирую твой аккаунт, будет все нормально. У тебя там все открыто, по-моему. Все, кроме Дженнес и Стрикса. Ну, последних, которые там были. Ой, да, я даже раскладку не сделал. Ёб твою мать. Ну, короче, я по умолчанию раскладку взял, которая была. Так, Ну, ульта мне обычно не так нравится делают. здесь у него, честно говоря. Я беру ловкие пальцы, потому что он реально мне надо, чтобы быстро перезаряжался. У него вот этот пулеметик, конечно, нагибает. Поскольку потом 240, да, урона за выстрел? 250 вроде писали. Сколько там патронов? 10. 2500, ну если ты всеми попадешь. Ну а если не попадешь, то... Это все равно, что Sky до обновы, до нерфа ее. Она как только вышла, по 240, по-моему, наносила. Да, ну посмотрим, что он там будет делать. Пока ко мне никто не приближался, когда мы играли той катки. Блять, проверить не мог. Можешь называть меня босс. Да не вопрос. Как тебе... А что ты лордом подписался? Написал бы босс там и какой-то бы номер, да и все. Тебе Который... больше скажу, мой ник Кустик, это вообще был занят почему-то на Твиче. Блять, эта сука поставила, блять. Заслонку, тварь. Блин, мимо не долетел. Было бы неплохо посмотреть, Я... как на Твиче трансляция, блядь. Вроде неплохо. Боже, грёбаный щит. Ой-ой-ой-ой-ой, кто-то меня очень больно хряпнул. Сейчас я На почти чуть... на 1000, да? Да-да-да, кто там у них так может шатать? Никто. Странно, блядь. Честно говоря, кто так фигачил. В смысле убил? Прикольно. То чувство, когда убил врага, не стреляя в него. Бля, если мне кто-то справа зайдет, блядь, я тут прозрею. Стоп, а ты Стрикса взял? Я думал, ты Дженнеса взял. Это Блядь. мне... Не-не, я брал этого нового, я думал, с тобой будем снайперить сейчас. Да я что-то смотрю, Дженнес бегает. Думаю, что за... Блин, грёбаный щит. Боже, как это легко. Если фланги не работают, то снайперы просто божат. Это факт. Ты хоть залазить куда-то можешь, а у меня тут... О, тут Лек сейчас вылезет. Наверное. А, вижу его. А я исчез и соснул он, блядь. Сейчас с пестика в него постреляю. Где этот сукин сын? Хотел посмотреть, как пистолет стреляет, блядь, мне так и не вышло. Так себе он стреляет, он такой же косой, как и основное орудие у него. Так что такое посредственное оружие довольно. Блять, там поставили экран. Что, фартовый с нами будет играть? Или как он? Фартовый ты про кого? Ну, этот Дмитрий друг, Батькович? который до этого заходил А, в Warframe, который там. Никита, ну ему надо обновить, он сказал, давно не играл. Я говорю, ну давай, что, просто если будем говорить по Дискорду, то желательно про то, что играем, а не про то, что... Блять, Боже, стрел еще там. мелкий ходит. Сука, жжет там что-то, блять. О. Блять, ну Да, сучара, ну шо сгорел. кривой я такой, блять. О, 1900, нихера себе крит прошел. В голову. Ёб 1900 твою мать. просто в тело. 1200 постоянно. О, 1800. Сейчас будем по грызлам стрелять. Блять, сука, зашел этот хрен. Лекс. Говнячок.
А, занят босс. Так еще любые номера, которые бы не были заняты, да и все. Или ты хочешь определенный номер? Боже, как Слава меня Солнцу! бесит этот Ой, крик. привет, Дмитрий! О, какие люди. Мы вас обсуждали. Не сомневаюсь. Вы уже там в бою? Да, ну сейчас, Ну, я думаю, мы закончим этот бой. все, нагибаете. Да я как сказать, я пока что-то не очень нагибаю, честно говоря. Не знаю, что там стреляю, стреляю, но... Мы тут двумя снайперами просто фигачим. И потому как Ясно. бы, не знаю. Да так, нагибаем по-свецки. Убивайте флангеров вдвоем. Один флангер и тот, который не ходит за нами. Так себе флангер. Взбесились, что ли, тут все, блядь. Боже мой. Груз не доставлю. Не знаю, мы отстреливали, но наши просто вперед не ломились, что-то, не знаю. А Хотя, кто у может, нас там плохой лучше отстрел будет? был. Что, у нас У нас есть Дженнас Эш? не хилит. У нас Дженнас не хилит. Эш дохнет постоянно. Че, он вообще не хилит ни У хера? нас три снайпера почти. Три урона. Не, ну Кэсси, она агрессивный снайпер, блядь. Она может перекатнуться, догнать, у нее там, она офигевшая. Ну да, это хорошая у меня. Блядь, мне 30 не хватает, блин, чтобы ловкие руки еще больше сделать на перезарядку. Блядь. Ему, считай, Хронос не нужен. Такой чувак. Разве что можно... У него когда, короче, А? пистолет, короче, достаешь, на правую кнопку мыши нажимаешь, и в течение какого-то времени у тебя подсвечиваются враги. Да? Ой, блядь. Ну, через стены он же-то не стреляет. Но он стреляет вперед, ты просто... Они светятся у тебя, ты их видишь отовсюду. Считай. Эти суки там закрылись, блядь. Можем бомбу кинуть, их ослепить. Я могу еще, кстати, как вариант. Блядь, походу Пистолет они не сейчас будут убьет там. обходить. У меня что-то такое-то предчувствие. Я подожду их, если что. Да, вот Фердинанд идет. Ослеплю Вот его. Фердинанд. Добей, добить его. Там мне нечем добивать. А, Блядь. дружище. А вот добьет сейчас этот, может, нет? Нет. Блядь, заколебали они своими, блядь, щитами. Честно, меня уже бесят, блядь. Тот открыл щит, тот поставил щит, тот ходит в щите, блядь. Три танка, блядь, сумасшедших, блядь, вообще жесть. И смотри, они с точки не выбиваются. Их надо, блядь, не знаю, что с ними делать. У них три танка, у нас три урона, как бы. Блин, надо их колбасить. По таблу. У нас танка одного не хватает. Есть, Федька ушел как по маслу. О, блин, ну расстрелялись там, а? Боже мой. Слушай, охренели. Как меня О, бесит щит. блядь, тихо-тихо, тут Дженнис. этот появился. Красавчик. Блять, сука, как он подпрыгнул, блядь, я не знаю. Подпрыгнул и под ним Его патрон это... пролетел. Да, я, сука, как раз стрелял в этот момент. Сучара, блядь, спряталась. На, блядь, тебе. На, еще разок. По головам 1900. Ой-ой-ой, ты чё буянишь? Ты чё буянишь, малыш? Как-то он не особо долго прожил. Ой, блядь, хочет меня выкинуть, скотина. Добить Федю. Блядь, своим щитом Убрали сраным. бы щит, я ультанул бы хорошо. Я жду, сейчас щит исчезнет. О, хорош! У меня так граната появилась, не знаю, чем она тут поможет. Поможет чем-нибудь. На. Походу они тут застряли, малыши. Ну правильно, два снайпера стоят, просто отстреливают по тысяче Малыши урона. карандаши. Ой, блядь, Боже. стенку стрельнул. Ёб твою же мать. Я сейчас с прицелом хожу, знаешь? Ага. И у меня уже, блядь, в стены стреляю, вхожу в сторону. Давай, вылазь, не бзди, Федя, давай, не бойся. Оп! Блядь, не попал. Обидно, слышь. Слушай, обидно. Так, там этот, дикобраз, блядь, со своими лучами. Боже. Чё, кто так тебя? Короче, беги оттуда, там, короче, Эш идет убивать.
Да прям таки тут убивать. Я ее слепить, кстати, могу. Можем ее расстрелять, если что, слепую. Она меня уже. Чуть-чуть. Серию мою сбила, коза. Еще не Фердинанд бы не прыгал здесь. Как я не знаю что. Боже, почему Фердинанд? Да, весело. Там какая-то ошибка, я понял. А лорд босс может есть. Так, что бы я себе бы тут... Угу. Я думаю, что... Чё? Знак неправильный добавляешь, то есть нижний прочерк, он, по-моему, запрещен, только если в конце ника, в начале нельзя. Димыч, ты с нами? Он уже опять шел. Да, я тут просто микрофон выключил. Понял. Так, 2-2, не знаю, надо бы, конечно, их быстренько бы отстрелять, надо что-то делать с этими щитами. Если бы наши с фланга заходили на них, было бы хорошо. Щит они-то впереди ставят. Надо было брать. Ну, блядь, уже все. А кто из нас додумался? Блядь, вот именно, что-то я сам не допер, блядь. О-ху-ху-ху! Вот он, вот эти суки зашли с фланга, чтобы забрать точку. Я уже понял, для чего они. Они уже поняли, что тут так стоять это до сраки. Сжег практически всех, Федот. Сукин один сын. Я свалить успел. Я хотел только уйти в инвиз, блин, и меня там отхреначили. Что твой инвиз? Из тебя инвизник, как не знаю, из меня балерина. Ну я хотел, блядь, быть невидимым. Там инвиз-то как у этой, как у Скай, только хуже. Забирать точку надо. Блядь, они сейчас с фланга все суки придут, ёб твою мать. Вон опять Федя танцует с нашей Кэсси. Блять, что-то никак попасть не могу, блять. Что там такое творится? Давайте... Дайте стрельнуть. Грёбаный, сука, экран. Слепые там, небось, все как крутые, блять. Да не особо. Я кинул эту же гранату, блять, сраную. Что твоя граната? Ну она помогает. Слепит на 3 секунды, они как бы, блядь, дезориентированы, блядь, слегонца. Угу. Только наваливают все равно хорошо. Есть, отбили их, теперь точку забирать. Ой, 99%. Так, следим за флангом, слышишь, с тобой, боже, мне кажется, сейчас кто-то точно ломанется. Ну обычно у них Федя флангует, но он там спереди. Давай как-то так, чтобы мы смогли он контролировать. Сейчас где-то отсюда выйдет, мне кажется. Нет, показалось. Сука, забирай точку, япона мать. Ну что такое опять, блядь? Мне надо где-то занимать другую позицию здесь. Подожди, где здесь дырка была эта? Я с другой дырки пойду. Там она... О, Торвальд. Здоров. Дядя. У них хэш просто эти щиты заколебало раскидывать. Я уже не могу. Куда они, блядь, что-то инвиз исчез мой. А чё так? Он вроде исчезнул. Или он на близких дистанциях не херячит? Но он как Скай говорил. Да, херово тогда, блядь. Только у него инвиз чуть-чуть подольше может длиться и накапливается. Так, понял, надо отсюда, наверное, стрелять. Ай-яй-яй. Торвальд, серьезно, как ты сюда дошел? Блять, сучара. Да что такое, блять? Ну я кривой в натуре, блять, сваливаю отсюда. Попасть никак не мог. Он уже ко мне сюда пришел. Прям туда? Ого. Вообще охренел. Какой он опасный. Ну для тебя, конечно. О, сука, 5 это. Нет, он опаснее для тебя, чем для меня.
Я-то свалить умею, а ты вот недалеко. Я ушел, ушел, ушел. У них, короче, один танк тупо флангует и этим выносит меня и тебя. А я вижу, он там жжет. Уходи, уходи, что ты там стоишь? Выйдет, я сейчас в него постреляюсь еще. Он выйдет именно с моей отсюда стороны. Саму малость. Блять, ну я ж попал, ну ёб твою мать. Ну куда эти патроны летят, сукины дети? Смотри, я попадаю, блять, ты же вижу по цели. Сука. Этот летает, говнюк. Собака. Ну чё хорошо ты вон свалил, она тебя не увидит. Ну ты что хотел? Бля, хоть на расстоянии не видно меня, блин. Кстати, это еще не полный слив, мы можем еще выиграть. Но это не точно. Опять? Серьезно? О, слушай, хорошее место. Защита удалась. Все, теперь кто возьмет? Так, я думаю, что они сейчас опять могут с фланга пойти, знаешь? Ой, а можешь наверх сразу залезть? Залезь на повыше туда, не на земле, чтоб ты был. А я чуть оттяну, а я чуть-чуть оттянусь. И посмотрим. Попробую залезть, если получится, то отлично, если не получится. Чтобы они, знаешь, типа не заметили тебя, искали, кто на земле есть. Тебя. Ну вот, я буду исчезать, надо будет как-то так... посмотреть, как они будут ломиться, блин. Просто хочется их как-то словить, знаешь, как в ловушку. Потому что сейчас решается все уже. Кто победит, ну, да. И кто нет. У меня, кстати, есть граната. Я их могу ослепить на 3 секунды, если они сейчас появятся. И вот можно этим воспользоваться. Свалить, например, они там будут себе искать что-то. Я так себе предполагаю. Надо, короче, как-то здесь... Так, кто там на точке? Не залетел. Сейчас туда кину гранатку одну, проверяющую. И вот сюда поставлю одну, чтобы, если что, заметили. Я заметил, по крайней мере. Кто к нам сюда рваться будет через бока. Есть. Он меня поднял, я прямо с воздуха в него влупил. Только не ты его убил. Ну, я знаю. Да черт, на мразота. Ой, как он ушел, 1900 в табло попал. Так, тут надо на точке бы постоять кому-то. Ну вот уже есть. А мне там не найс стоять, как бы. Блин, этот еще рук. Блять, эти щиты, сука. Этот бегает, как, сука, оголдевший. Это летает, не знаю что. Тот бегает. Блять, нормально. Ну, я много не нанес урона, честно говоря, как бы я не хотел. Все равно отстояли. Нормально. Дженос там где-то под луч кого-то словил, я так предполагаю. Ну, сейчас увидим. Да нет, тащили. Да не, он тут под луч, я думаю, замутил, по-любому, смотри. Да они еще в кучу собрались там, блядь. Ну, лечил он и стрелял, ты видишь, Эрис. Дженос, он такой охеревший, если гонца. Так, чем мы там настреляли? 55. У тебя 93, я жарил, у меня косые выстрелы были. Ты больше нафигачил. А у них по урону только был Рукус. И потом еще о, Эш даже. Ну, у Рукуса урон неплохой. Так, какие-то сундуки тут мне навалили. Так, что, Дима, ты с нами? Да, с вами. Чин-чин. Дай приглас, я сейчас зайду уже. Угу.
Ну, у нас Кэсси неплохо играла. Угу, да, урона там нафигачила нормально. Так, сейчас добавлю. 101 уровень, мать моя женщина. И мой 6-й. Угу. Это ж сколько надо... 4 играх в группе. Мне дадут эликсир. Да? А что у меня там по заданиям? У меня только на какой-то сундук идет. А, там осада, в режиме осада. Я уже выполнил вчера. Осаду, мы как бы в нее играем. Ну вот, еще два надо. Так, понеслась. Что, ты будешь Федькой играть, Дим? Ну, сейчас посмотрим, скорее всего. Может, Барика возьму, может, Торвальда. За танков в основном. Как и всегда. Я лечить. О, а вы я... поладите уже. Да. А ты что, Никита, обновил? Я А Илюха что-то вообще что-то, я его честно... А Илюхе бесполезно, у него работа сейчас, он мне звонил, что у него там... А он играет Warframe, что он будет? Да, ну может зашел. Просто оставил включенный и ушел. Может быть и такое. У него храм получается через день, у него там до хрена работы дома. Он может так засесть в бой, сыграть, встать и пойти. Боже, как же мне много еще копить на первого персонажа своего. Так, подожди, может тебя разблокируют твой аккаунт. Чё ты переживаешь? Да, мне кажется, нет, там они мне харезы, пускай резут. Так а чё там, за какое нарушение тебе тогда? За сквернословие, за хорошую игру? Я вошел в игру, в бой, в состязание, меня выкинуло. Потом я опять начал заходить, мне выскочил античит бан. И а ты уверен, потом... что ты 5 читов играл? Естественно, ты шо? Может пожаловались, что ты читер, там стрелял по мордасам? Ну может и нажаловались, что их типа унижал до хрена. Убивал много. Нельзя много убивать. Я как до 101 левела докачался, хотя много чего плохого делал. Я покрашивал. Олег, перегал тиммейтов. Warframe когда? На следующей неделе. Ну блин, да давай на выходных. Не могу завтра гости, я вообще не буду играть. Сегодня вот как раз играю. И может... А, я не смогу, я ж на следующей стороне, я в понедельник на море уезжаю. Ну вот, как раз приедешь, потом будем продолжать. Может и я прокачаюсь. А нет, тебе все там, как тебе Илюха сказал, год. Что за карта водопад? Блин, Дженоса взяли. Да, ну и что мне делать? Теперь тебя будет этот хрен лечить первого уровня. Да, чувствую, не будет. Может взять Серис, перестраховать ее? Серис. Да не, лучше фланга тут взять, хотя... Блядь, беру я, короче, Дрогоса тогда. Ох. О, а этот взял поменял. Нормально, не? Нормально. Вообще офигею с него. С хила, да? Он взял хила, поменял, блять, на фланге. У нас вообще хила нету. Я бы мог взять хила, реально. Блять. Чеки ему пару ласковых словечек. Сейчас мы пожалуемся, что он читер. Не, подыгрывание вражеской команде. Ну реально, ну что, взял уже так, взял, все, и я, блин, уже другого брал. Нет, он взял, поменял. У них врач есть, сейчас теперь будет, блядь, херня. Ну вы проиграете. Не, ну как, я буду сзади Феди сейчас с ракетой запускать, буду прикрывать его. Ну если Федя щитом будет нормально проигрываться. Кстати, что-то у них левела у всех низкие, это подозрительно. А я заметил уже второй бой с такими левелами. Может из-за того, что у нас 4-й уровень? Да, нам везет, что у него такой... Уровень прекрасный. В группе в Паладинс написали, что, там, что персонажи это не по рейтингу подбираются, а по Елу. Не знаю, что это такое, но на Паладинс гру можно посмотреть. Типа по низкому левелу могут подбираться. Что там за персонажи нет, добавили? По уровню. Очки вот эти вот Елу, так называемые, они даются за победы и снимаются за поражение. Ага, я понял. Стрикс новый был герой, снайпер. Чё? Стрикс. Да, вижу. После его, точнее, когда это... Есть еще кто-то? Во время стрима, когда его презентовали, я думал, что наконец-то Кинесса мейнеры пересядут на нормального снайпера и начнут нагибать, но я сильно ошибался. Теперь в тиме по два снайпера, которые сливаются Лексу. А-а-а.
Но он стрикс может исчезать, в чем его фишка. Это скайп. Помогали друг другу при этом отбиваться. Лучше бегать по одному и сливаться. Ну, мы двое сейчас играли снайпера, вот считай, выиграли. Но нас не сильно щемили там прям. Там три танка, в этом вся проблема. Его и крушители не взяли. Да, если взяли, то, блин, щиты бы там валились. Там их просто аннигилировали. Так, что бы я взял? Беру я, наверное... А что там против нас? Инара, да? А, ну, можно брать ловкие пальцы. Инара, сейчас буду ее выжигать. Что-то... Вылетел, походу, кустик. Кустик? Да. А, загружался да. Долго. А, я понял. Теперь у вас еще и бот, понимаете, да? Ну, бот-снайпер, ничего так. А он тогда исчез, звук у него что-то, и потом не знаю, что там случилось. Слышал детский смех какой-то и... Да, тоже. Дети отобрали компьютер, шок. Ты не будешь играть. И кнопку, блядь, power вырубить нахер комп. Да, он вылетел, кустик. А, я сейчас с вами пошел или не пошел? Не блядь, ну что так криво взлетел, блядь, как-то. Может, с вами пойти, я вот что думаю. Ты вернулся в семью? Конечно. Ой, кого-то убил, первая кровь. Ой, еще кто-то там сдох. Что за дела? Блять, ну кто там снайперит? А, так этот хрен. Стрикс меня так снес. Я думаю, кто там бы... Еще так, сука, снайперский... И на шару, блядь, стреляет. Я не знаю, он чисто, знаешь, только и стрельнуть, и все попадает, блядь. Я офигею, какие-то. Вот проблема этого елла низкого, это низкие левела. Вполне возможно, аккаунты с читами. Кого? Вот у тех, кто сейчас... Ну там меня чуть-чуть лагануло. Как больше всего. Бля, ну кто-то там на респ надо, чтоб шел. Что ты говоришь? Край сзади. Да, я залезу на лесенку туда. Достанет. Пошла она в жопу, блядь. Давай ее сзади зажмем. Где она, блядь? А, она там. Вот. Есть, все. Да. Все. Вернулся я в семью. Так, а ну кину я шарик туда, проверим, кто там сидит. Так, ну чё, вроде нормуль. Блять, меня снесли, прикидываешь, прямо на ульте. Опять этот снайпер. Блять, он что, какой-то вообще бешеный стрелок, блять. Сучка драная. Нервирует меня уже этот снайпер. Бешеный чита. Какой-то вообще не промахивается, блин, я офигею. Опять эта тварь. Убила меня. Чё, мне обойти, что ли, пострелять им в жопы? Что тебе это получится. Ну вот, пострелял чуть-чуть уже. Насколько? Ну, блин, я знаю, все шесть вылетело, блядь. Ну, прям вот. Не порвал, но их как бы подспугнул. А, разбежались в страхе. Сзади скай. Ага, вижу, только тут впереди что-то тихо очень. Блять, сука, кто-то мне так больно стреляет. Догадайся, кто? Блин, кумарят меня. Ого, сколько народу в War Thunder играет нынче. Фанаты. Ну. Блять, я только шарик пустил этот, чтобы там, блядь, взорвать этих говнюков. Ой, прямо в табло я стрельнул. Нормально, что-то изи, вообще каточка, блин. Может,
все-таки в ботах играем. Ни хрен его знает. Да не, навряд ли. Что-то как-то очень вообще просто, как по мне. Кроме того, снайпера, конечно. У меня был бы 4-1, как у меня 6. Здесь уже реальные люди. Зачем же мне хилиться? Даже не знаю. Киризм. Вот, сука, своими гранатами, твари. Ой, кого-то убили даже. Всем привет. Ой, привет. Бля, Скай сзади, ребята. Вовчик, ты? Да, Леви, слушай, сделай масштабирование на 720, что-то качественное. Я могу прямо во время трансляции? Конечно. Опа, не могу. Масштабируемость не можешь? Не могу. Видео активно в данный момент пишет. Сзади Sky. Ну, сделай паузу и поменяй, и запусти оно быстро. А как, подожди, здесь можно паузу сделать? Ну, как паузу? Стоп можно сделать.